Да, привет, друзья. Смотрите, любимому учителю, другу маленькая коробочка с ворохом Радости радости и любви от моего от творчества моего и творчества и меня. меня. Да. Спасибо за все, что вы делаете для человечества. С любовью, Тоня. И сердечки Да, нарисовал. маленькая Слушай, коробочка, да, это вот Наташа, это. покажи, покажи, покажи. Вот Я обещал такая показать. замечательная. Разрешение назвать имя я получил, поэтому я и скажу теперь. Значит, здесь написано «Бальзам для души». Видите, метафорические ассоциативные карты. Да? Вот смотрите, это непростая коробочка. Здесь автор и художник Антонина Смирнова. Послушайте. Вот эта коробочка, она открывается. Помоги мне, пожалуйста. Она Вот, вот так магнитная вот. такая. Во-во-во-во-во. Вот так, Наташа Кузьмина, писатель, помогает мне. Во-во. Открывается и тут вот. А я специально сижу здесь и рассматриваю, Боже мой, так какие видишь, здесь. как она Да, открывается. щелкает, да. Очень интересно, правда? Здорово. Вот какие у нас участники школы, человек будущего, Homo Futurus, все творцы удивительные. Так. Во. Хорошо видно, Ой, да. какая прелесть. Так. Вот еще Сейчас. девушка. Вот. Давай, покажи. А это? Тоже девушка на На дереве. дереве сидит. Видите, ну как интересно придумано, да? На дереве сидит. И самое главное, здесь есть инструкция, как ими пользоваться. Да, еще парень и Да, девушка. сейчас я покажу инструкцию. Значит, парень с девушкой. А я здесь видел еще, знаешь, какое? Есть еще. Кошку на дереве Да, висит, карабкается. карабкается на дерево, да? Ну, как интересно, Тут правда? еще есть очень красивая с природой. Природа, да. Природа. Так. Надо как-то так, чтобы видно было хорошо. Да. Так, какая прелесть, а. И О, вот такая еще с да, природой. природа, так. Вот как приятно, когда от участников нашей школы получать такие подарки собственного творчества. А вот это, посмотри-ка, Алиса в Так. стране чудес. Видишь, Алиса здесь в кот. стране чудес. А здесь что у нас? Да. Видишь, кот там вверху, Кот вот там, этот вот. да, кот нарисовал, видите, да? А сейчас я вам скажу, что здесь есть инструкция. Инструкция. Вот эта инструкция, руководство, бальзам для души. Вот видите, вот она, художник. Художник, автор и художник Антонина Смирнова. О колоде, видите, написано, в принципе работы, техники, бальзам для души, да, действительно. И здесь вот я покажу вам, тут есть руководство. Руководство, как это все делается. Это очень увлекательно, да, друзья. Но самое увлекательное то, что берешь и своими руками смотришь подарок, который тебе своими руками, да, сделал человек. Вот же вот это, смотрите, как прекрасно. Тут все, техники принятия себя, техники небесный лес. А тут много чего, это очень интересно. Ну, вы там коммент напишите Антонине вопрос, если хотите. Задружитесь, если хотите. Я уверен, что будет интересно. А это мы показывали уже, да? Да, вот там еще Да. лебеди, Еще хотел лебеди. посмотреть. Ой-ой-ой, покажу, покажу. Там много их. Да. Так, вот так. Мой галстук заслоняет. Закрою галстук, черт. Так. Вот. Сейчас. Как Там бы нам видно просто. сделать? Вот так. Ой-ой-ой. Любовь. Любовь небесная, любовь земная. Да, она просвечивается в нашей жизни. Она просвечивается в нашей науке человечности, которую мы все вместе создаем. Да, и очень интересно, когда люди
открывают у себя таланты. Вот сейчас у нас будет вебинар специальный «Открой свои таланты». Объявление будет поставлено. О, как интересно. Во. Слушайте, я так благодарен нашему художнику Антонине Смирнову. Браво, браво, художник, браво. Ну, представляю себе, она может вам рассказать, где она работает, чем занимается, ну, если захочет. У нас же все добровольно там делается в школе. Да, поэтому задавайте вопросы. У нас же там много участников, которые и рисуют, и пишут стихи, и открыли у себя другие творческие возможности. Там у нас, помните, «Пояс мечты», который сделал Константин Михайлов. Ну, это просто потрясающе. «Пояс мечты». Да, ну, посмотрите там, в Ютубе у нас много же всего. Ну, самое интересное, что меня лично, как человека пожившего, седого, да, молодящегося, да, кокетничает, который кокетничает. Вот когда девушки такие рисуют, пишут, дарят такие подарки, конечно, это потрясающе. Но что тут можно сказать? Это прямо такой рай на земле. Да. Так что мы говорим о любви, о человечности. Друзья, развиваем у себя эту человечность. Спасибо, Антонина. Огромное, сердечное, да. Пишите, друзья, как вам нравятся подарки. И делайте такие подарки друг другу, не обязательно мне. Но мне тоже можно подарить, и я тогда покажу. Потому что у нас есть такая рубрика в школе. Как снимать страхи, как использовать энергию стресса в собственном желаемом направлении для решения разных задач. У нас есть в рубрике даже продвижение наших участников. Вот это я делаю не как продвижение участника. Это я просто вам рассказываю, какой мне подарок сделали и как я этому рад. Да, ну, почему бы не сказать продвижение и продвижение, потому что все вместе мы сила. Давайте друг друга продвигать, давайте друг другу показывать свое творчество. А я буду выкладывать. У нас YouTube-канал уже 55 тысяч там. Сейчас он набирает силу, сейчас подключится еще и переводчик, и будет мы по планете впереди всех, потому что у нас такая метода и алгоритмы. Я сделаю следующий ролик, в котором я покажу, как можно, управляя временем движения простого, снимать напряжение, выходить на состояние из пика напряжения в состояние нуля, а потом в состояние позитивного творчества. Да, я все это покажу в следующем ролике. Это так просто делается, люди просто не в курсе. Мы впереди планеты. Мы создаем науку человечности. Мы создаем и развиваем с вашей помощью метод ключ. Да. И мы создаем и национальную идею России, и там метод ключ для целостности человека, для развития творческих качеств и для единения человечества, для целостности человечества. Да, друзья, пишите комменты. До встречи.